Никто не знает, как давно это началось. Но говорят, есть кладбище проклятое, где похоронены якудза. Люди Наруа. После Великой войны кланов это имя помнит и ненавидит каждый. Наруа принадлежал к небольшой семье якудза в Токио. Он был наемным убийцей, и его жертвами становились не только якудза, но и простые люди. Мистер А, 75 лет, один из глав преступного синдиката Изакаси, семья Сидзуку. Он не был человеком, вернее, был им до тех пор, пока не брал в руки оружие и не начинал убивать. Тогда он превращался в демона. Его боялись не только враги, но и друзья. Он был настоящим чудовищем. Но его жизнь оборвалась трагически. Его брат, глава семьи, стал использовать его адский дар в своих личных целях. В конце концов, Наруа пристрастился к героину. Оставь меня, я умираю. Позаботься о себе. Уходи. Ты демон. Но я люблю тебя. Вид алой крови превращает нас в солдат. И семь катан с сакурой на клинке. В конце концов, он убил своего брата, своего босса. Мы были потрясены, когда он начал сходить с ума, когда потерял свой шанс стать воином теней. Тогда все сходят с ума. Наруа лишь один из них. Все его друзья-камикадзе погибли в боевых вылетах. Они привыкли умирать по приказу, ничего не прося взамен. В нашей жизни всегда кто-то использовал. Использовала нация, страна, армия и даже родные братья. Так мы, японцы, жили ради кого-то в течение последних 50 лет. Уже ни для кого не тайна, что для якудза, убившего своего хозяина, еще при жизни на могильном камне выбивают слово «месть». Так велит кодекс чести якудза, и тогда он сам превращается в камикадзе. В конце концов, он убил их всех и был заключен в тюрьму Мияги пожизненно, без права на досрочное освобождение. Я вернусь. И это моя клятва.